Абдукадир Хусанов завоевал титул лучшего игрока месяца в составе французского клуба «Ланс», превзойдя ожидания и покорив сердца болельщиков своим мастерством и самоотдачей. Этот триумф – не просто награда, но символ растущего влияния узбекского футбола на международной арене. Его уверенная игра, исключительные передачи и стремление к победе стали настоящим украшением матчей «Ланса», заставив соперников считаться с новым ярким лидером команды, выступающей в высшем дивизионе Франции. Абдукадир Хусанов продолжает вдохновлять молодых футболистов и наполняет гордостью сердца болельщиков Узбекистана. Поздравляем с заслуженным признанием и желаем новых побед на европейских полях.